Да, всем привет, это шахматный камбэк и, конечно же, f6. Ну, конь f6. И, короче, всем Нет, хорошо. нет, нет, подожди, подожди, слон d3. Это 6. Что ты делаешь? Почему не 2 на ляну? Ну почему? Зачем? Это же шахматный Сейчас камбэк. даст шах. А, Ну, f6. оно же 6 теперь, да? Конечно, куда еще? Мы сейчас А6. сходим a6, ход h7, ладья f8, король g8. Ну хорош, ты уж достаточно испортил. Не, нормально. Подожди, а6. Вот видишь, он сам хочет дать шах. Ну, он его так. Так, мы здесь Е5 будет. e5, да? Нам Ну, нужно ограничить. это уже финиш. Думаешь? Все, играй. Блин, я тоже хотел пойти слон e5. F4, я его отдаю, этого стана. Ну и отлично, понеслась. Конь c6, отличный ход. Фье, конь Е5, ферзь g3. Ну и что, король h7. Ну, ферзь Е5, уже двух не хватает. Ну и ладно. Иди ты. Своим будешь так жертвовать. Сейчас после ферзь g3 ничего не меняется, если честно. То есть надо было играть конь Е8, но это совсем уже депрессивно. Депрессивно. А, ну, еще нам подали чуть-чуть. У нас отлично развит ферзевый фланг. Да и королевский, в общем-то, неплохо. О, мы отыгрываем слона. Жизнь налаживается. Ну, вообще, конечно, даже отыграв слона тут не так очевидно. Ферзь g5. Ну, как-то давай так попробуем. Конечно, все на тоненького, можно и мат получить случайно. На тоненького. Ну, если ты представляешь, если мы не получим мат, то у нас особой беды нет. У нас, по-моему, по материальное равенство Ну даже. да. Ну, вот как-то вот чуть-чуть еще несколько. Так, сердце 7, ну ладно, эта пешка не страшна. Главное мат. Жесть, конечно, защитить важнейшую пешку. Да. И поле d5 важнейшее защитить. Сейчас, Ну если все, кончится. уже опять стало скучно, да я опять буду против позиции. Хватит. Два камбэка за одну партию, это Да, слишком. два камбэка за одну партию. Да, хотя бы коня. Вот ладья 8, конь e5 пойду, укреплюсь. И тогда можешь портить. Но опять же, херня какая-то уже на доске. Ну, еще чуть-чуть, да, не поиграться с этим конем. Хватит нудить эту позицию, бесполезно. Ну все, все, еще чуть-чуть и все. Еще чуть-чуть партия закончится. Ты еще напал на коня, надо его убрать. Когда ты... Ой, держи. И чё? Ничего, конь c3 обратно. После конца ты все меняется. Понимаешь? Ты доволен? Можем пойти слон g8. Тонко. И теперь дедушка он бьет сам, можем пойти ладья f2 и наконец-то напасть на размен ферзей. А почему нельзя было сыграть ферзь h4 до этого много-много-много раз? Потому что мы должны напасть на размен ферзей с крутого поля. Теперь мы меняем ферзей И и ставим получаем. на крутое поле коня. Да, ты видишь, ты начинаешь понимать. Ну, конь g4. И чего вы добились? Конь e5, ничьей. Понятно. Нет, играем на победу. g5. А, да, слон d5, конь d5. Прикольно. Я бы тоже заметил, кстати. Любом. У нас лишняя пешка. Вот Великолепно. как надо играть в шахматы. Вторая. Ну, ладья c4 будет. Ну и что? Ладья c4 c5, да, точно. Нет, c5, конь e4. Слон d5. Ладно, давай проверим. Сейчас ладья c4. А, ну, он забил на все это. Так, ну, пора короля подтягивать, Никита. Согласен. Ну вот, видишь, ты же можешь, когда хочешь. Ладно, придется ускоряться на самом деле. Я Он не сквозь. ускоряет, все отдает, конечно, но быстро зато. Может На быть. нас в группе есть один знакомый, причем довольно сильный шахматист, который так же делает. Владимир Михайловский? Нет. Кто? Хотя Вова тоже.
А кто? Нет, ну кто у нас быстро играет? Очень быстро, вот Вот сам он, под... Гальперин. Ну, да. Все отдает. Да, всем спасибо за внимание. Давай покажи позицию, которая там самая ужасная была. Ну, вот она. Нет, не это, конечно. Вот это, вот это. Что будет оценка компьютера? Это Всего лишь мат. плюс 5 всего лишь. Может, раньше было. Я думаю, нет. Да, что-то слабоватенько я по бортам. Ладно, ребят, я исправлюсь, я обещаю. Тут уже 0,6. Смотри, как